Всем здорова, с вами Лёх, и у нас игра Slaughter the Rebels. Начинаем новую игру. Ладно, нормально начнем, выберем уровень. Кстати, тут еще озвучка есть. Ладно, осмотримся. Я не должен был покидать пост, но Мэтт уже сутки не возвращался. Опять же, звук тут огонь, озвучка. Ну, я уже играл, поэтому вам покажу. Кстати, игра от русских разработчиков. Вторую часть я на канале уже играл. Хотел пройти полностью, но вам особо она не зашла. Так, у нас сообщение. Найдите напарника и вернитесь к лодкам. Ладно. Хотя пройдем первый уровень хотя бы. Будет сохранение. Ну. Давай. Открываются у нас ворота. По-моему, без звука ворот, правда, открывается. Еще помочь, кстати. Что-то мне туда уже не хочется. Будто вымерло все. И куда ну, короче, озвучка люди? Тут. Ну ты именно главный персонаж. Блин, очень хреново. Такой невнятный голос. Газельваген. Это типа что-то Волги, по-моему. Так. Твою мать! Этого охранника убили прямо посреди улицы. Похоже, все очень плохо. Ну тут, конечно, управление задерживается. Ну вот это. Типа нельзя пропустить, она пока сама не пропадет. Надо перезарядиться сразу, потому что у нас сейчас тут. Ну, увидите. Да я знаю, что... Вот это вот меня бесит. Пока она не пройдет, я не знаю. Смотрите. Отражение воды. RTX. Тени. Тень какая-то фиолетовая, правда. Братва, тут какой-то мусор. Вали его. Не понял. Черт. Долбаный отморозок. Ушана грохнули, пацаны, сюда! Ушана. Да. Погнали. Так, тут у нас что, патроны, что ли? Стоять! Угу. О, готов. Опять Газельваген. Не бочканули меня. Все. Да, аптечка крутая. Че он ничего, кстати, с них и собирает. Ладно, нам сюда.
ты автоматик подрезали. Здорово, турист. Хорошо спалось. Вроде выглядишь как живой. Черт! Черт! Эти уроды! Где я вообще? Да. Ты в гостях у Ника, приятель. Я уволок тебя с улицы, чтобы собаки не съели. Слепой, что ли? В одной лодке, парень. Очень любезно, Ник. Просто мне надо идти. Ты сейчас мой напарник. Исчез, да и пес с ним. Ты хочешь быть следующим? Или ты не в курсе, что происходит? Тюрьма Бёрдок восстала. Ужасное зрелище. Словно порвало осиный улей. Сейчас спасать уже некого, парень. Что? Когда? Ох, черт. У нас просто пропала связь и... Не суетись. Нас теперь двое. Не пропадет. Ствол у тебя отжали, а этим пистолетом только ворон пугать. Вот что. Поищи железяки. Я соберу тебе ствол на первое время. И где искать твои железки? И как вообще ты соберешь пушку? Промышлял одно время. Неважно. Загляни в компьютер. Все. Короче, заглянуть в компьютер. Сейчас мы... Режим истории. Начать. Оружие. Так, подожди. Начать. Все, он перемещается. И мы будем искать, собственно, ништяки. Ну, там всякие для крафта. Нам чувак соберет оружие. Этот хрен сказал, что нужные детали разбросаны по всему городу. Достаточно только поискать. Далеко ходить не стану. Ну вот, собственно. Я думаю, на этом стоит закончить пока на первую серию. Если вам интересно прохождение данной игры, ставьте лайки, пишите комментарии.